солим, получается слабо солено. То есть вы это упаковываете? Ну, это грязно идет. Пиржоптоп. Планы выписываю на пиржоптоп. А кому вы, где вы реализуете продукты? На склады. На склады на автовый, да. На какой автовый склад? На Тану, на Каменную. А вот есть у вас, посмотрите, как название складов? Однокладно, все есть. Куда, накладно, куда вы отправляете? Да. Вот это что? Ладно. Ну, вот, накладно. Как вас зовут, представьте, с фамилией, имя, отчество, дата рождения? Ну, ваш. Саилов на месте, да? Дата рождения ваша? Из... Цифра. Вы в настоящий момент здесь работаете? Мастер. Кем работаете? Водитель. Газель ваша? Хозяина, да. Как хозяина зовут? Ощерожки, да. Так, здесь вы сейчас зачем приехали? Сейчас? Да. Хлеб купить, молодой. Вот эти вот банки откуда у вас? Здесь. Килька, да, рыба? Рыба. Продукт куда отвозили вот эту вот рыбу всю отсюда, с этих складов? Помещение. На какие склады? Ощероп. Что? Ощероп склад. По-русски говорите. Ощероп фамилия Диана. Ощероп? Ощероп. То есть вы брали рыбу здесь и развозили по складам. Возили ее сюда зачем? Мыть? Перерабатывать? Что вы сделали с рыбой? Не знаю, вот сюда все. Добавили с складом где? Где? На пилораме? Вы на пилораме живете? А с кем вы там живете?